Ну давайте пройдемся внутрь городка. Где-то тут у нас шильды. Никому, я думаю. Прикольно. Так, вот он туда выйдем. Давайте до пляжика пройдемся, с которого можно занырнуть. Поглядим в водичку. Ну вот, один из пляжиков Сент-Тропе. Но это такой, типа, городской. Давайте пройдемся вдоль этого пирса. Ну вот, даже люди какие-то отпочивают. Ох, какая прозрачная водичка. Можно будет отсюда сигануть. Этого пирса. А, ну и вот на регату эту можно посмотреть отсюда тоже. Какой-то там такой странной формы самолет. Необычный, в смысле. Нестандартный. Дальше там еще есть пляжики. Ну, посмотрим, пройдусь ли я до них. Ну и вон, один человек купается. В масочке плавает.
поднимаемся дальше по этой улочке. Какая приемная плиточка, глядите. О, откуда-то еще и машина вырулила. Так, а вот там вот вроде бы вид. Давайте поглядим. Мне говорили, что там вроде смотровая. Сюда даже на машинах доезжают. Ничего себе. Вот, глядите.